Приветствую. Вы по какому поводу? Я по поводу объявления про лишачиху. Ты его дал? Так и есть, я. Вы бы этим не занялись? Вы же ведьмак, верно я понимаю? Я такого видал на картинке у бабки в книжице. Монструм или же ведьмака описание. Ну, как сейчас помню, нам-то жуть. А для вас что там какая-то лишачиха? Поговорим о награде. Ну, давайте. Так сколько вы хотите? Лишачиха наш, понятное дело, супротивник серьезный. Только вот нет у нас столько. Может, скинете чуточку? Лишачиха наш, понятное дело, супротивник. Лишачиха наш... ладно. Пускай будет по-вашему. Я займусь этим. Кто-нибудь видел эту лишачиху? Может о ней рассказать? Старый Вильям, должно быть, видел. Но он вам ничего не скажет. Слабое у него было сердце. Нашли мы его утром на полях. Так что люди-то теперь боятся по ночам выходить. Но вы поговорите с Агнетой. Она на краю деревни живет. Вроде она видала призрака. И с ней ничего не случилось? С ней? Да она троих мужей пережила. С такой-то бабой и лишачиха не сдонжит. Играешь в гвинт? Говорят, что Гадко глупый. А Гадко вовсе не глупый. Гадко не пашет, не сеет, рыбу не поймает. А вот в карты умеет. Гадко сыграет. Ну, давай сыграем.
Гадко проиграл. Бывает и так. Награда твоя. Бери. Это ведь ты, тот самый Белоголовский. А видели, какие у меня мускулы? Говорят, ты можешь рассказать про призрак? Да, видела я ее. Лишачиху видела, как тебя сейчас вижу, ведьмак. Как она выглядела? Попробуй ее описать. Ну, по правде сказать, не то чтобы я ее разглядела. Смеркалась уже. И тут мне какое-то облако бледное поблазнилось, будто пар. Подошла я ближе, а облако густеть начало. И увидела я, будто лицо в тумане. И что было потом? А что должно быть? Думаешь, я ждать буду, покуда она мне все покажется? Побежала я в деревню рассказывать. Ясно. Говоришь, она появилась сразу, как стемнело. Это важно, спасибо. Будь здорова. У тебя как творог белый, а я бы творогу поел. Ой. А мама говорила, если я не буду слушаться, она меня пошлет на сладкую тропинку. Там должно быть с небес послан. Ткань. Возможно, часть платья. Она зацепилась за кусты. Судя по расстоянию между следами, она бежала. Потому и порвала платье. Кто за ней гнался? Кошмары, домовые, самовилы, змеи, летучие щуки и еще эти. Убежать она не смогла. Он ударил ее ножом или перерезал ей горло. Странно, что нож он оставил. На нем засохшая кровь. Это может пригодиться. А в эту сторону он тянул тело. Здесь видны следы.
убийца отнес тело в лес и закопал. Могила неглубокая, он спешил. Что-то торчит из земли. Письмо? Похоже, девушку убил отвергнутый возлюбленный. Помощница. Староста наверняка знал эту девушку. Надо будет его расспросить. А вы что-нибудь пожрать кинут? У меня-то уж нету сил. Мой-то, снова пытаешься творог белый. Говорите. Я бы творогу поел. Приветствую. Вы по какому поводу? Ты знал Зулю и Букая? Они, кажется, жили в этой деревне. Добрые боги! Откуда вы знаете? Начаровали, что ли? Они оба как сквозь землю провалились. Мы их неделю не видели. Я нашел могилу этой девушки письмо. Из него следует, что она отвергла Букая, потому что любила другого. Зулиантек, да. Мы думали, они на север сбежали счастье искать. И Букая примерно тогда же съехал. То есть, значится, эта призрачница наша Зуля? Не может быть. Такая добрая была девушка, такая ладная. Может, вы знаете, где они встречались? Ну, молодые-то обычно на поляну ходят, на запад от деревни, за поля. Зуля, добрые боги. Проклятие это я не сниму. Придется изгонять призрака, а для этого надо привязать его к месту. Днем полуношницы не явятся.
Если бы не хозяйки, что в чаще правят, давно бы мы все померли. Приветствую. Вы по какому поводу? Я избавился от лишачихи. Она больше не вернется? Нет. Я знаю, как справиться с полуношницей. Ясное дело. Вот тут награда вам, как обещали. Спасибо вам, мастер-ведьмак. Прощай. Тот самый белоголовый. Бывало, что в базарные дни сало на телегах горой лежало. Свинина копченая, солонина, колбаса кровяная. Оно ничему кажи лудевое, и лопухи пучками. А торговаться будешь до скончания жизни. Баронские люди, а дикая охота деревню сожгла. Живой души призраки не оставили. Тяжело было убить это страшилище. Так это и есть тот ведьмак, мастер-ведьмак. Грот артельский богост имеется. Тьма тьмущая, чудища. Берегите. Много вы, значит, чудище, понимаете, того. Мастер-ведьмак, недалеко от Подлесья, в гротах эльфский погост имеется. Тьма тьмущая, чудищ там водится. Вперед, плотва! Но! Ни на миг покоя нет.
Помогите, сударь! Откуда боги привели? Ты чего плачешь? Мой суженый пошел в лес проверить силки. И не вернулся. Что-то с ним случилось. Я слышала, как он кричал, но одна туда боюсь идти. Пойду проверю, что там случилось. Спасибо. У меня есть деньги, я тебе заплачу. Вот машина и наполнится, а? Определенно шел туда. Плохие вести для этой женщины. Ее жениха загрызли дикие псы. Ты его не нашел? Нашел, но... Ничего не говори. Я по лицу твоему вижу, что... Пожалуйста, возьми деньги. Я не могу их принять. Жаль, я не привел его живым. Могу я хотя бы за телом сходить? Это опасно. Но если решишься, он лежит возле силков. Спасибо. Прощай. После того, что ты для нас сделал, ты мне всегда
А, это ты? Здравствуй. А, это ты? Здравствуй. Пошла. Так это и есть тот ведьмак страшный. Откуда у Воськи столько жратвы? Я у себя в носу кое-что поинтереснее. Баронский его. Мужик он здоровенный. Да и людей бить не боится. Фу, кровавому барону прислужил. Я бы лучше с голоду сдох. А вы, ведьмак, тебе недолго. Нам должно быть с небес посланы. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Дай! Как тебя порожные люди потом проучат, не будешь такой собачьей. Не давайте ему мутант!
Ну, пиздец тебе.
бродяга. Будь сюда! Спасибо, сударь. Вы мне жизнь спасли. Если вдруг окажетесь у нас в клинике, заглядывайте. Я вас за так подстригу и побрею. Ебись прогибом! Ебись прогибом! Не дождался вас, куда?
Смотрите, кто пришел. Покажи, что у тебя на складе. Прощай. Ну чего? Торговля, торговля, я бы лучше в карты сыграл. В гвинт.
всадила в жопу грабли. Сучий гробокопатель! Бабку мою обокрал! Так ведь она уже неделю на погосте. Я сам ей закапывал. И кроны золотые ты из гроба вытащил. Теперь душа ее блуждает и ко мне в кошмарах является. Нечем ей перевозчика на тот свет оплатить. Ничего, как-нибудь она его уболтает. Она и при жизни каждого уболтать умела. После смерти справится. Пора бы шкуру спустить. Бронницы десятой дорогой обходи. Um.